Телеканал «Вся Уфа» и радиостанция «Бизнес-ФМ» представляют программу «Постскриптум». В эфире телеканала «Вся и «Радио Бизнес ФМ» программа «По скриптам». И я Светлана Валиева. У меня в гостях руководитель Центра социокультурного моделирования Института гуманитарных исследований РБ Руслан Карамышев. Мы говорим о том, насколько опасны для нашей страны люди, которые выбрали для себя нетрадиционную Islam. Руслан, здравствуйте. Добрый день. И вот по поводу опасности там, нетрадиционного ислама, или как говорят, или как привыкли говорить там, силовые ведомства радикального ислама, действительно такая опасность существует, насколько она серьезная, и вообще можем ли мы жить спокойно, зная, что, допустим, среди нас есть люди, которые исповедуют там тоже салафизм. Я даже боюсь сказать слово ваххабизм. Вопрос понятен. Салафизм и ваххабизм на самом деле это одно и то же термин ваххабизм применяется скорее журналистами и начал широко применяться с эпохи Первой и Второй Чеченской войны. Я слышала мнение одного из руководителей силовых ведомств, что ваххабизм — это работал за океанских лабораторий. То есть это изобретенное специально религиозное течение, даже, скорее всего, не религиозное, а политическое течение, раз оно стремится к власти. А не будем говорить сейчас. Мне кажется, о технологиях, о том, кто изобретал, в каких лабораториях. Ну, Давайте есть, поговорим. Считаете, что это реально, да, Давайте поговорим о том, что существует сегодня на нашей почве в России и в Республике Башкортостан. Наш центр социокультурного моделирования как раз занимается исследованием проблемы возникновения и нейтрализации конфликтов на религиозной почве, именно в исламском секторе, в исламском сегменте Республики Башкортостан. Сам термин традиционный, нетрадиционный он тоже достаточно условный. А традиционная религия или традиционный ислам — это ислам центрального духовного управления мусульман или духовного управления мусульман республики. Нетрадиционные — это салафиты, приверженцы э, движения Нурси, э, суфийские тарикаты, э, ну и другие уже а некоторые запрещенные. именно для того, чтобы вот нейтрализовать эту угрозу, которая ну, начала существовать, допустим, с 2000-х годов. В Сначала серьезно изучить. Потому что мы считаем, если серьезно подходить к этому вопросу, надо всестороннюю проблему изучить. Это научный подход. На базе социологического исследования мы проводили опросы и по республике Башкортостан, в нескольких районах, в том числе за Уралье, и в городе Уфа. И некоторые цифры в вашей передаче я уже сегодня могу привести. Ну, давайте слушаем внимательно. Ну, понятно, что причинами появления вот этого нетрадиционного ислама в республике Башкортостан, конечно, явились наши 90-е годы когда существовал такой идеологический, с одной стороны, пробел. вакуум, пробел, старая идеология ушла, а с другой стороны, появляются новые, проникают идеологические течения. Нет, то есть в какой-то момент действительно эмиссары, получается, да, а, вот такого радикального ислама. Может начали... быть, не напрямую. Многие ребята, которые уехали учиться в Алясхар, Турцию и другие зарубежные То есть те страны, же 90 годы, Да, было? в 90 годы. В Саудовскую Аравию. В Тур Саудовскую Аравию, Кувейт. Они приехали сюда и принесли Немного не тот ислам, будем так говорить, который здесь э, практиковал, привык, культивировался э, достаточно давно, с 9 века, а может быть и раньше. А с 18 века существовал как Магометанских дел собрания, то есть сотрудничал, сосуществовал с государственной властью в Российской Федерации. И вот эти ребята начали вокруг себя собирать приверженцев. Салафизм привлекательным для молодежи, он потому понравился. Потому что это чистый ислам, потому что... Он максималистский такой. Он отрицает традиции многие. Он отрицает поклонение умершим, ну и так далее. То, что они называют нововведением, возвращение к Корану и Сунне. Молодежь это импонирует. религия действия. это импонирует, потому что она не извергает, скорее всего, те авторитеты взрослые, да, допустим, Точно? которые им внушались там в детстве, в юности и так далее. Посредники То, что, ну, не нужны. «А, вот этот правильный. Да, да, Посредники а... не нужны. В этом смысле вот такую, если грубую аналогию провести, достаточно примитивно, мусульманские э, салафиты или нетрадиционные движения, очень похожи на э, пуританские и протестантские движения. Да, я вот хочу сказать, что в христианстве есть протестанты, но не факт, что они ходят с бомбами. Вот ведь что. О, но ведь вы знаете, э, салафизм это не обязательно терроризм. Я не хочу выступать здесь защитником или тем более поборником салафизма. Но давайте определимся. Салафиты — это граждане Российской Федерации. Но ну, будем так говорить, все представители нетрадиционных течений — это граждане Российской Федерации. Которые имеют убеждения, которые Конституционное право, с законом Конституционное Федерации. право исповедовать свободу совести и придерживаться своих религиозных убеждений в той форме, в которой не запрещена она законом. Но, мне кажется, запрещена законом. Одна организация, Хизбут Тахрир Аль-Ислами, запрещена судом Российской Федерации, потому что она противопоставила себя государству и обществу в том смысле, что провозгласила своей конечной целью построение халифата, то есть исламского государства на территории России. Мы понимаем, что этого ни сейчас, ни в ближайшей перспективе не произойдет. И... Но при этом находятся молодые парни, которые готовы за это голову складывать. Революционеры всегда военные. Согласны сами. Государство упустило да, этих людей. То есть упустило, они могли быть лидерами, да. условно говоря, в каких-то коллективах, они стали лидерами вот, знаете, агрессивно настроенных парней, допустим. Даже сегодня мы можем могли бы, например, говорить о том, чтобы лидеры нетрадиционных организаций каким-то образом сосуществовали и сотрудничали в решении актуальных для мусульман вопросов с традиционными конфессиями. Например. На базе нашего института создана площадка ⁇ Общественная экспертная группа ⁇ где работают и представители традиционных конфессий, это известные учителя из Российского исламского университета, и лидеры нетрадиционных организаций, салафийских и суфийских. И там как раз обговариваются и вскрываются причины непонимания, напряженности, конфликтности, пути выхода из кризиса, который складывается из противоречий, из непонимания. И вот э, работа этой группы в том числе выдалась и в участии их в социологических опросах. Ну, я уже сказал, что цифры какие-то я скажу. Да, вот Например, например, э, в этом году мы проводили социологический опрос как по районам республики, так и среди участников исламского форума, который проходил весной э, по борьбе там с экстремизмом. Ислам, молодежь, будущее, в том числе и 9-го съезда Центрального духовного управления мусульман России. Так вот, оказывается, что сами дздумовские проблемы, и хорошо, что их стали сейчас преодолевать, волнуют как делегатов съезда, так и обычных людей. Это недостаточная работа с молодежью, работа со средствами массовой информации, контрпропаганда идеи экстремизма. Вот эти вопросы, они болезненны. Причем 47% из опрошенных не только делегатов, но и обычных жителей считают, что возможно сегодня сотрудничество между традиционными и нетрадиционными мусульманами в решении таких важных вопросов, как мусульманское книгоиздание, образование, дошкольное воспитание, это мусульманские детские садики. Халяль питания сегодня вырвалось вперед. То есть здесь мы уже видим определенные достижения есть. Именно нетрадиционного ислама? Нет. Это общая для мусульман проблема, где они могли бы объединиться. А посмотрите на финансово-хозяйственное положение местных религиозных организаций, в том числе мусульманских. Я преподаю в Исламском университете и в том числе у студентов заочного отделения, тех имам-хатыбов, которые уже сейчас работают на местах. Зарплаты очень низкие. Мечети содержать надо. Где искать деньги? Либо ходить и выпрашивать деньги у государства, но напрямую оно их поддерживать не может. Статья 14 Конституции запрещает это. У нас религия отделена от государства. Грантовая поддержка, но ну, это тоже не очень много. Значит, надо заниматься самим чем-то. И меня студенты, молодые и уже не молодые люди, спрашивают, а как законным путем заработать деньги для того, чтобы развивать свою местную религиозную организацию? Ну и мы вот эти вопросы с ними обсуждаем уже. Ну, кроме халяльных, э, производства халяльного мяса есть какие-то еще интересные вещи. Но мне, допустим, кажется, если салафиты э, откровенно отрицают, при тех же там мусульманов, которые привыкли обращаться к традиционному исламу, там же, те же награды, допустим, государственные, да? То есть ветеранов Великой Отечественной войны, это очень обидно. То есть в одном селе, насколько реально, что они могут существовать без ссор? Как реально, так и нереально. К сожалению, в каждой конкретной ситуации, а конфликты существуют, и не обо всех конфликтах становится известно средством массовой информации, причем они могут разрешаться как мирным путем, так и требуют вмешательства государственных органов. Примерно 30% опрошенных нами сказали, что уровень напряженности сегодня вот в селах, городах, между традиционными и нетрадиционными, на уровне 30%. Однако 67% из опрошенных считают, а, вернее, так считают, но никогда сами не были втянуты в религиозные конфликты. То есть они об этом знают из средств массовой информации. Им кто-то об этом говорил. Что такие конфликты вообще существуют? Опасность несколько преувеличена. Это раз. Ну, а Во-вторых, источниками конфликтов часто является борьба амбиций самих мусульманских лидеров, особенно в местных религиозных организациях. Я знаю несколько примеров таких конфликтов в родном для меня, Шимбайском районе, например, когда просто амбиции приводят к расколу мусульманскую общину. Ведь те же самые нетрадиционные, которые в молодости пережили вот этот вот революционный фундаменталистский порыв, и кажется, что они не пойдут уже ни на какое сотрудничество с муфтиятом, сами становятся имам-хатыбами в муфтиятской системе. И принимают традиционный ислам в итоге. Вы понимаете, деление на традиционный и нетрадиционный ислам, оно достаточно условно. Мусульмане, я сейчас не хотелось бы скататься, конечно, на объяснение, о котором вы говорите, говорили мне уже, но тем не менее. Ведь если в христианстве некоторые движения и течения называются ересью и с ними активно борются, как церковь, так и государство, то салафиты по большей части, ну, ну мы на них как бы сосредоточились, да, о других сейчас не говорим, они ересью не являются. Опросы показывают, что 47% мусульман согласны с ними сотрудничать. У кого-то родственники, дети, граждане. Руфа, они не мы еретики. об этом поговорим чуть Хорошо. позже Реклама на телеканале Сяофа и радио Бизнес ФМ. В эфире радио ФМ и телекомпания «Вся Алфа». В студии Светлана Валиева. Напоминаю, у нас в гостях руководитель Центра социокультурного культурного моделирования Института гуманитарных исследований РБ Руслан Карамышев. И говорим мы о том, насколько потенциально опасны нетрадиционные течения ислама. Вот все-таки, Руслан, я понимаю, что вы как исследователь глубоко погрузились в эту тему, но я как журналист знаю эту тему совершенно с другой стороны, с другой точки зрения. То есть, по крайней мере, как, ее преподносят силовые ведомства. В частности, вот по данным, опять же, людей, которые борются с радикальным исламом, там, с экстремистскими течениями в исламе, кроме Хизма Тахрира, есть и другие, вот, по их мнению, ваххабизм, например, который не то что запрещен, но, допустим, не приветствуется на территории Российской Федерации. Федерации. То есть те же силовики считают, что э, любое прохождение э, обучения, допустим, э, для молодого человека в той же Саудской Аравии, потенциально опасно. Я помню был в Стругацких такой роман э, Жук Муравейники. Mm. И помните, да это уже. Ну, да, да. То есть вот силовики воспринимают так людей, которые побывали, допустим, или получили знания о там, там, или там, это, суфизме, воспринимают людей как людей с заложенной программой внутрь мозга. То есть вот сейчас вот она не срабатывает, эта программа, но наступит какой-то момент, и она сработает, и тогда как бы не поздоровится никому, потому что эти люди, по их мнению, опять же, там, допустим, обучены диверсионной работе, террористической работе, якобы. Я вам пересказываю то, что как бы на слуху. То есть, возможно, вы можете с этим не согласиться. И все-таки, э, насколько действительно реально, что вот сейчас в Башкирии, в разных местах, в разных городах, существуют вот такие жуки муровейники которые могут взорваться тогда, э, когда допустим, вот эмиссары международные да? дадут сигнал какой-то, сдетонировать когда Я вас понимаю. Я не могу определить их количество. Я могу представить, допустить, что такая возможность, она, конечно же, существует, так как я надеюсь, что наши силовики не зря едят свой хлеб, и они имеют подтвержденные данные. Однако, мы не согласны с некоторыми оценками, точнее сказать, нет, не так. Некоторые оценки, которые звучат в средствах массовой информации представителей силовых структур. Я не буду называть имен и должностей, Одни говорят о том, что в Башкирии сформировался целый слой людей, которых завтра встать под ружье. И подобное высказывание было растиражировано всеми сайтами серьезными изданиями, вплоть до коммерсанта в Москве и журнала Эксперт. Другие говорят, что Башкирия через год или два, возможно, станет горячей точкой. Башкирия и Потому Татарстан. -то татария, вероятно, Башкирия да. и Татарстан. Тем более нападение дух на духовенство из религиозных соображений в Татарстане уже происходит. Я думаю, что ни вы, ни я, ни они. Никто этого не хочет. Когда мы начали выходить на диалог и работать с нетрадиционными течениями, первый вопрос, который мы задали, без дураков, был: Чего вы хотите? Мира или войны? Так как война, она тоже прибавляет очки, делает людей мучениками, повышает их авторитет, привлекает средства. В том Но числе. Самое главное, война, как пел Виктор Цой, дело молодых. Ответ Поэтому был, молодых нет, так много. Мы хотим мира. Мы хотим определенной легализации. Мы хотим. В общем, работать, верить и здесь, в этой стране. Те жуки, о которых вы говорите, в муравейнике, я вполне допускаю. Не бывает однородной массы. Есть люди умеренные, есть люди радикальные. А сама масса, то, о чем вы говорите, нетрадиционного ислама, она неоднородна. А, достаточно хаотична. Хотя существует и структура внутренняя, но сейчас мы об этом не будем говорить. Все-таки нам кажется, что доводить до горячей точки сегодня Нельзя. И время для возможного диалога, снятия напряженности еще существует. Пусть даже год и два. Но через год и два это может стать реальной проблемой. Но посмотрите, что происходит во всем мире. И это приходит к нам, да, на наш порог. По исследованиям, если вы хотите сказать э, об Уфе, мы еще эти данные никому не приводили, на протяжении декабря месяца 2012 года мы проводили социологическое исследование в 13 мечетях города Уфы. Это основные мечети. Во время пятничных намазов. То есть, те, кто постоянно приходят, являются практикующими мусульманами, цифры для Уфы получились не очень большие. Это примерно 2300-2400 человек по ну, всем не знаю, 0, мечетям 0 ,0 города. это 40% от населения Уфы. Конечно, мы посчитаем, сколько придет на религиозные праздники, на общие. Но, тем не менее, вот эта цифра практикующих Я думаю, мусульман. Я что прихожанами также и православная церковь не может похвастаться. Я думаю, в обычные будние дни проповеди там посещают примерно да, такое же Да, да, есть людей. такой научный термин — обрядоверие. проблема да. в том, что у нас все-таки осталась общность советский народ, который верит в Бога только потому, что как бы надо верить. Поэтому вот, в праздники там появляются люди. Так вот, из людей, которые приходят на пятничные намазы, а, примерно 10-9 или 11% это как раз представители нетрадиционных течений. Это много или мало? Это много. Но ну, цифра 10 не так опасна. А вот э, цифра тех людей, которые поддерживают их, вот это уже может быть опасно. Если 30 человек говорят о конфликтности, 40, э, 30%, 47% говорят о возможности сотрудничества и решения проблем между ними и традиционными, обычными людьми нет пропасти раскола. Они не являются ретиками в глазах остальных, понимаете? Если государство пытается их сделать ретиками, и такова государственная политика, ну что ж, это горячая точка. Нет, ну а чего государство боится? боится. Все-таки, значит, у государства, как вы говорите, есть какие-то компетентные данные, которые позволяют ему... Есть опасаться. методы выхода из конфликтов. Самые различные. Есть такая дисциплина, как конфликтология. Ну, самый простой вариант, который можно предложить и который опробуется, в том числе на Северном Кавказе, ведь в Дагестане сумели представители разных течений сесть за один стол переговоров. Правда, им пришлось для этого несколько лет. Воевать. Неужели нам придется воевать, чтобы потом сесть за стол переговоров? Нет, на какие-то вещи, не какие вещи необходимо объявить мораторий. Например. Ну, то есть, допустим, контр... Это уже вопрос. Контр это самика, уже вопрос да? не, на, не к нам с вами, а к людям религиозным, не к ученым и а журналистам. Наша задача помочь им обрести методы диалога. Сегодня нам кажется основная эта задача снять напряженность, не разжигать ее, а именно снять. Пусть они сами в конце концов решают, каким образом им выходить из этого кризиса. Ведь проникновение нетрадиционных течений, оно объективно или субъективно поддерживалось. Их использовали разные силы в нашей стране. В ну, том, том числе и политические, политические целях. Да, вы понимаете, о чем я говорю. В том числе и в политических целях. Сегодня можно их выкорчивать? Нет, это живые люди. Можно найти диалог, пойти на диалог? Можно. Давайте снизим напряженность. Давайте жить все вместе дальше. А, извините, те, кто встал. Вне закона, те, кто проводит антигосударственную политику, экстремистскую политику, террористическую, я думаю, здесь двух мнений быть не может. Они должны быть наказаны по решению суда. Ну, это понятно, там. Ну, процессы... это всем понятно людям да, идет, да. ну, вот, например... — Было же много у нас процессов и с людьми, которые якобы исповедовали идею хабизма. Например, на мой взгляд, были обычными бандитами. Это в Октябрьском, вы помните, громкое дело, Аскинский, так называемый, джимат, который якобы там пытались подорвать или, возможно, подорвали газопровод, но установить это в суде не удалось, потому что людей ну, просто из гранатомета там размазали. Да, да, и Проектом, как бы в силах ведомства считают, что это правильно, с террористами нечего церемониться, потому что, например, если вы помните, пара семейные пары, которые расстреляли милиционеров да, в Саратовском да, да. районе, там суд длился очень долго, и в общем-то все получилось не совсем так, как, допустим, хотелось бы тем же силовикам, которые считали, что эти люди, ну, заслуживают там по меньшей мере пожизненного заключения. Это тоже не наша функция, это функция суда и следствия. Нет, я понимаю, не, я говорю о другом, о том, что силовики, которые сталкиваются с этим, действительно напуганы и, ну, может быть, силовики это, напуганы. Неприменимо, да, к силовикам опасаются, скажем так, они опасаются, что это не единичные случаи, что это просто те случаи, которые им удалось удалось раскрыть, или был еще случай, по-моему, в Салавате, Павел Дорохов, если вы помните. Кстати, вот вопрос по поводу, почему русские парни, допустим, принимают этот нетрадиционный ислам, почему тот же Павел Дорохов, насколько я понимаю, тоже террорист, который там ходил в мечети и, по-моему, не брил бороду, пока он там не закончит важное дело подрыву по-моему, Салаватского Салавского водозабора, по-моему, в этом речь шла. То есть это, это течение религиозное все-таки привлекательно для молодых там, русских, там, татарских, башкирских парней, неважно. Вы абсолютно правильно заметили, что... Ну, я не согласен, может быть, с тем, что силовики напуганы, хотя надо с ними Мы об этом поговорить, это Я прошу прощения Вы у всех знаете, силовиков. мне кажется, что силовики, ну и не только силовики, и общественное мнение, оно борется со следствиями, а не с причинами. Экстремизм и терроризм имеют питательную среду, так? Радикализм и экстремизм для молодежи привлекателен. Потому ну как, что это как, действие. Как это всех действие. максималистов, да. Так значит, необходимо, если мы говорим о борьбе с экстремизмом, о его профилактике, бороться с причинами этого. А почему сами умеренные нетрадиционные не помогают в борьбе с крайними проявлениями? Может быть, вот так надо поставить вопрос? Ну, а почему ведь, вы думаете? Ведь есть люди и вменяемые достаточно необходимо проявить политическую волю, необходимо сформировать общественное мнение. Очень хорошо, что мы сегодня начали об этом говорить, хотя, мне кажется, несколько поздно. Надо было 3-5 лет назад об этом начинать говорить. Но если бы мы, допустим, 3-5 лет назад об этом начали говорить, появился такой бы Павел Дурхов, Появился ли бы стрельтамакский террорист? Вполне возможно. И Аскинское подполье, например. Вполне возможно. То есть, допустим, если общество начало осознавать проблемы, это еще не факт, что они смогут пресечь да, террористические Главное, проблемы. что необходимо встать на путь решения этой проблемы. Надо встать на путь пресечения причин этой проблемы. Ведь корни экстремизма во многом социально-политическим. Насколько вы понимаете, да? Я понимаю, что нет государственной идеологии, а молодым парням хочется что-то из себя Социальных лифтов нет. Несоответствие их запросов, которые, кстати, формируются в том числе и средствами массовой информации, запросов красивой жизни, богатого, хорошего да, заработка. Да, это вот несчастное Тем поколение. Реали... Мне, мне просто очень их жаль, потому что, Тем допустим, реальным, я родилась в советской стране, да. и у нас не было столько соблазнов, я может тоже. быть, поэтому мы как-то более цельные люди, что ли? Им намного тяжелее. А здесь, ну, в том числе экстремизм, если мы об этом говорим, да, существует ячейка, джамат, община, как хотите, где люди поддерживают друг друга. Медведев, кстати, по-моему, будучи президентом, говорил о том, что журналисты должны забыть название джиматов и потому подобных слов, потому что это тоже сеет некую. Мы можем изобрести разные слова, но суть от этого не изменится. Мы То есть знаем... боевики останутся боевиками, да? Да, боевики останутся боевиками, а люди верующие верующие, а все остальные всеми остальными гражданами, вы понимаете, почему я сказал хорошо мы говорим об этой проблеме, а ведь постепенно это становится проблемой для и не мусульман тоже. А, ну, наверное, и вы тоже спрашиваете, я со своими студентами разговариваю, как вы относитесь к появлению на улицах большого количества девушек в платках, ребят бородатых? в непонятного вида одеяниях. Ну, Отрицательно? Мне, мне, честно говоря, это не нравится, но я помню о Конституции Российской Федерации, которую каждому человеку дает право там, иметь свое мнение суждение, в том числе одеваться так, как он считает нужным, и носить бороду той длины, которую он считает нужным. Хотя мне нет, не нравится, да, честно. Но ведь сформировался образ э, возможного террориста с таким внешним видом. Понимаете? Э, мне кажется, здесь э, должна представить большая работа всех. И ученых, и общественных деятелей, и государства, и религиозных деятелей. А, не нужно формировать образ врага там, где его нет. Надо бороться с реальными врагами. Но там, где его нет, не нужно формировать. И для этого вот мы изучаем ситуации и явления. Ну, то есть вы считаете, что во всем виноваты СМИ, которые ну, насаживают и не У вас картинка. сложилось в превратное впечатление, да? мне кажется. Может быть, так прозвучало? Нет, конечно. Не во всем виноваты СМИ. Это процесс динамический, он живой, диалектический. А, в него необходимо погружаться, изучать, ну, необходимо этим жить, как бы. Мы не хотим, чтобы это стало проблемой для всех окружающих. Мы просто видим ростки, какие-то недовольства обычного населения, которые проявляются иногда, может быть, не всех, конечно же, не всех, но некоторым не нравится это. Но они ведь тоже имеют на это право. Но обычное недовольство это все-таки недовольство хиджабами или недовольство именно А тем... недовольство призывы к молитве, которые разносятся через громкоговоритель. Это в деревнях, да, вероятно? А недовольство колокольным звоном, который звонит к религиозным праздникам. Понимаете? Они такие вещи были и существовали и будут всегда. Главное, чтобы они не имели далеко идущих последствий. А вот для этого необходимо проблемы поднимать, обострять, что вы делаете, тут я вас могу похвалить, обсуждать. Ведь э, страхи перестают быть страхами, когда э, мы их вытаскиваем наружу. Но здесь уже психотерапия. Ну, -то... то есть вы считаете, что если мы, допустим, будем об этом громко говорить, то... Возможных таких потенциальных жуков-муравейники, террористов и экстремистов станет меньше. Просто мы прервемся сейчас ненадолго uh -huh. биржевые новости на радио бизнес-фм, телеканале все По скриптам продолжает свою работу в эфире радио ФМ и телекомпания «Вся Уфа». В студии Светлана Валиева, руководитель Центра социокультурного моделирования Института гуманитарных исследований РБ Руслан Карамышев. А говорим мы, насколько опасен традиционный ислам, вернее, не опасен, насколько опасен нетрадиционный ислам. И я вообще, как бы, мне кажется, что мы, наверное, одни из немногих, кто поднимает эту тему, потому что вот я как обыватель вот могу рассуждать, да, то есть я, если вижу такую проблему, допустим, вот как вы говорите, или, там, бородатых людей, я знаю, в отличие, допустим, от многих, каким образом бреют именно вахабиты. То есть у них тоже особая форма. И я, да. как обыватель, не как журналист, я их опасаюсь, честно вам говорю. То есть мне немножко страшно, потому что в мой мозг насажены уже определенные стереотипы. Стереотипы. Да, по, по, этим людям. И как, допустим, человек, который влияет на общественную ситуацию, да, как журналист. То есть я, по идее, должна, наоборот, проникнуться этой проблемой и пытаться, попытаться понять, действительно, насколько эти несут угрозу обществу и несут ли вообще. Я так понимаю, как мы с вами беседуем достаточно долго уже на эту тему, то есть те же муфти, которые там пытаются там вложить какие-то знания того же ислама в головы своих прихожан они тоже не всегда справедливые, не всегда объективные, да, получается, к людям ну да, не традиционных не конфессий. Не бывает, что одна сторона всегда права, другая всегда неправа. Вы правы. И как вот разобраться человеку, а опять же, мы с вами говорили о том, что нет государственной идеологии четкой, ясной, нет социальных лифтов, есть, то есть молодому человеку, которому хочется из себя что-то представлять и, допустим, совершить. Кстати, вот я помню, советская страна нас правильно воспитывала в 1945 году, вернее, мы школьники, когда изучали войну, я помню, что мы все хотели совершить подвиг. Да. То есть, вот я не знаю, правильно это, неправильно. Я не думаю, что нынешнее поколение хочет совершить подвиг, но то, что выделится из окружающих, да. Ну, президент в своем послании к федеральному собранию сказал, что, в общем-то, отступать дальше некуда. Наши последние рядут это учителя, работники культуры, науки. И а семья. Нас вспомнили. Да, и семья. И опять заговорили о патриотическом воспитании, но в отсутствии внятной идеологии это тяжело сделать. И вот в нашей теме, о которой мы сегодня говорим, вдвойне Государственным чиновникам, государству э, тяжело. До сих пор не существует концепции государственно-конфессиональных отношений. Но при этом, Было этом предложено... говорится о национальном э, министерстве, например. А это другое. То э, есть сейчас... религиозные и национальные не пересекаются? Не, не пересекаются. концепции были предложены некоторые разные варианты. Чуева, Шандыбина, там, э, Академия Госслужбы и так далее. Но ни один до сих пор не принят. Э, говорят о законе возможном. Э, социальных партнерах, религиозных организаций как социальных партнерах, которые могут заниматься социальной работой, работой с инвалидами, в том числе осваивать какие-то государственные средства, как происходит в Германии, где религиозные общины занимаются работами с инвалидами, а потом в конце года отчитываются. И я думаю, население бы это приветствовало, так как чиновникам не очень доверяют из-за коррупции, а уж кому доверять, как не святым отцам, которые будут расходовать средства. И государственные органы, во многом, как нам кажется, сегодня занимаются оперативным, тактическим, может быть, планированием. То есть вынуждены ручным реагировать упр... на сильные угрозы. Они... Ручным управлением, да. Отсутствует стратегическое планирование. А это очень плохо. Вот то, о чем вы говорили, национальная политика. В ноябре, кажется, месяце в Уфе проходил конгресс социологов всероссийский. И э, до этого, и во время Конгресса, происходило обсуждение концепции национальной политики в Российской Федерации. Наконец-то, мы через 20 лет об этом опять заговорили, назрела необходимость этого. Концепция получила в Республике Башкортостан более 200 замечаний от ученых, общественных деятелей, представителей национальных э, организаций республики. Но при этом мы эти наделись, замечания не были учтены. Мы надеялись, что Владимир Владимирович как-то отметит это в своем федер... послании к Федеральному собранию, но пока тишина. Ведь это целый большой пласт направления государственной политики, национальной, а конфессиональной пока даже речи не идет. То есть это даже вообще дело отдаленного времени? Да. Ну, тогда тем более понятные, опять же, опасения, Разброты, оп опасения да Разброты шаканы да, да им тяжело, которые им которым, тяжело. кажется, возможно, или это на самом деле так происходит, что они единственные контролируют эту ситуацию, по крайней мере, в оперативном порядке. На самом деле только закон. На самом деле, если Россия является ну, конституционно правовым государством, то только закон контролирует ситуацию. А вот с точки зрения закона, многие действия и государственных органов, и религиозных деятелей вызывают критику. И все-таки вот ваш центр, он же, наверное, не зря создан, наверное, не зря исследует происходящее, допустим, на тоже религиозные Процессы. Да, вот непонятно, вернее, понятно, но все-таки подробнее можно было предотвратить вот проникновение все-таки в положье таких вот, ну, достаточно радикальных идей, как создание халифата который якобы на этих территориях должен расположиться? то есть или действительно кроме там оперативных работников. Ну процесс... сейчас задним числом как бы мы все сильны, да, задним умом. Но если попытаться объективно оценить ситуацию, мне кажется, предотвратить это было невозможно. Вспомните 90-е годы. На территории нашего государства, вот вы сегодня вспоминали СССР, с устойчивой идеология, система марксизма-ленинизма проникает идеология либерализма, постмодерна. Захватывают умы, люди жаждут свободы, открываются Но двери. Просторы. Вы же понимаете, что это политические Сейчас технологии. и тогда умные люди, такие как Карамурза и другие, понимали это, и мы понимаем. Так а каким образом тогда можно было остановить проникновение вот этих течений? Извините, сегодня в одной моей родной Черниковке, где я проживаю, да, существует семь неопятидесятнических пятидесятнических церквей. Да вы что, это новость для меня? Да. Почему не в Черняковке, почему не в центре и что? города? Или их отселяют туда? Нет, нет, в других районах, я вам даже цифры говорить не mm -hmm. буду. И количество приверженцев. Туда ходят и татары, и башкиры, люди всех национальностей. С точки зрения закона, они имеют полное право на существование. Они являются зарегистрированными религиозными организациями. Даже если бы они не были зарегистрированы, они могут существовать в качестве религиозной группы. У государства нет инструмента борьбы с ними. А вот когда... Одна конфессия начинает натравливать государство или общественное мнение на представителей другой конфессии, вот я сейчас сказал они о пятидесятнических церквях, и у вас это вызвало резкое отторжение, неприятие. Они могут мне не нравиться. Но я такой же человек, как мы ну, да, все. Они мне не то, что... А когда вы узнаете, что ваша подруга, знакомая, ходит в церковь, Жизнь, Победа, или живого Бога, или там Слова Иисуса, как вы к этому начнете? Я относитесь? постараюсь, наверное отговорить ее от этого, от этих убеждений, если это будет возможно. Так вот концепция не существует, существует только закон. А с точки зрения закона они имеют право. На Нет, они имеют право, но мне хотелось бы, да, возможно здесь вы правы, здесь вот, вот мои заблуждения вы наверное вскрыли или по крайней мере мои мои ну да страхи вероятно. И все-таки вот на территории страны которые 70 лет атеизма прошло, в принципе, наверное, если государство было бы к этому готово, можно было предотвратить, если бы активно возрождались те исламские общины, которые были, допустим, до революции. Но ведь и так произошел колоссальный мусульманский ренессанс, возрождение, восстановление. Он по-новому структурировался остался старое центральное духовное управление мусульман, возникают новые муфтияты, совет муфтиев России, закон дает право существовать и вне муфтиятов религиозным организациям мусульманским, и местным, и не только мусульманским, и в виде религиозных групп, здесь поле деятельности широкое. И повторяю, единственным мерилом существует только право, закон сегодня. Нет каких-то концептуальных направлений. И не может быть. Ну, например, если мы предложим поддерживать только традиционные конфессии. Это христианство, православия, это ислам в виде э, суннитов, э, ханафитского масхаба, да, это иудаизм, и это буддизм в виде ламаизма. Вот четыре традиционные конфессии для территории России. Но это ведь ущемляет принцип равноправия, демократический принцип, который заложен в нашей Конституции. Вы понимаете, э, государственная политика и общественное сознание здесь приходят в противоречие э, с духом и буквой закона. Значит, надо либо менять законы, либо менять общественное сознание. Ну и вы как исследователь считаете, что более важно изменить общественное сознание? Я думаю, это нелегко, проще переписать законы. Ну, мы таких решений не принимаем. Мы можем только рекомендовать. У нас неоднородная, очень неоднородная, неоднозначная ситуация в стране. Вот эти государственно-конфессиональные, внутриконфессиональные отношения, это ведь как бы маркер всей ситуации в стране. Ведь что не возьми, э, национальную политику, экономику, ведь те же самые проблемы здесь существуют. Мне кажется, что взять, вырвать из контекста конфессиональные, внутриконфессиональные проблемы и решить их, изменяя общественное сознание или изменяя законы, невозможно. Мы же только что с вами сегодня говорили, что причинами, многими причинами экстремизма и радикализма являются социально-политические причины. Значит, не развивая регионы, не работая с молодежью, в плане ее обучения, образования, культуры, трудоустройства невозможно решить проблему экстремизма. Нет, но ну а как вы считаете, что если работать с молодежью, то есть это работать все-таки в плане социальных лифтов, то есть обеспечивая возможное какое-то хорошее будущее людям, которые там получают некие ступени образовательные, или все-таки это работать надо с религиозными какими-то убеждениями или там чаяниями людей? Проблема комплексна, вы сами ответили на свой вопрос. Проблема решается комплексно и в первом направлении, и во втором. И все-таки, что вот сейчас должно сделать государство, чтобы э, башкири и не стали горячей точкой? Нам Или кажется, не государство? Хорошо. Нет, почему? Здесь как бы три основных актора существуют. Это государство, это религиозные организации и само общество. Нам кажется, необходимо сегодня пересмотреть, может быть, переформатировать государственно вот эту конфессиональную политику. Потому что, следуя логике сегодняшнего развития событий, мы можем прийти к Башкирии как горячей точке через год или два, а может быть раньше, а может быть и позже. Нужны новые подходы, нужны э, другие методы работы, э, нужны другие люди, возможно. Ну, диалог необходим. Ну, В хотите, первую очередь диалог. Вы хотите невозможного, потому что ну, за два года не перестроить, понятно, какие-то структуры и сознания. И все-таки, вот вы сказали, есть религиозные конфессии, которые должны что-то изменить, да, то ну, есть представители, по крайней мере и есть общество, которое должно... Вот конкретно от нас с вами что зависит, как мы можем изменить эту ситуацию, потому что войны, понятно, не хочет никто, взрывов на водозаборах не хочет никто. Уважаемая Светлана, мы уже начали ее менять, мы ведь сидим, обсуждаем, Хорошо. нас снимают, в это увидят люди. Хорошо, по, -по поводу представителей религиозных конфессий, они что могут сделать? И реально ли, допустим, дать им в руки какие-то рычаги, чтобы приостановить возможные экстремистские какие-то эскапады? Вы знаете, нам кажется, я уже говорил сегодня об этом, мы должны э, помочь создать условия для разрешения этих конфликтов. Ну вот у вас круглый стол здесь. Можно попытаться их собрать за этим круглым столом и задать злободневные вопросы? А злободневные вопросы в чем заключаются все-таки? А вот мы их сегодня с вами обсуждали. Но мне всегда казалось, что Башкирия такая толерантная республика по сравнению Московские с... Московские социологи, вы знаете, они тоже со мной не совсем согласились. Вот была передача на БСТ, телецентр. Они говорили, что у нас есть институт здесь социологии. И по Башкирии замеры вот этой толерантности, они высокие. Но, знаете, мы-то говорим о межконфессиональной толерантности. Сегодня достигнут язык межрелигиозного ди ди диалога. Сегодня нет напряженности, ну, такой уж большой, я имею в виду, достаточно, между мусульманами и христианами, христианами и буддистами. Сегодня проблемы приобрели внутри конфессиональный характер. Вот я вам сейчас приводил пример. Это активная миссионерская деятельность протестантов и епархия православной церкви, с одной стороны. Ну, а конфликтов с той стороны как раз не слышно. А вы их и не услышите. Они работают. А, а вот, то есть а в данном вот случае здесь, как, а, как Миссионерская деятельность у и другие занимаются, да? А здесь ну, нам необходимо просто им помочь решить эти проблемы. Ведь процент верующих не такой большой, на самом ну, деле. Главное, чтобы просто эти верующие не увлекли. Не задевали других. Не увлекли всех вот остальных. Но это вот тема именно. другого разговора, Руслан, ну, к сожалению, на наше время стекло. Спасибо. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо. Это была программа по скриптам. До свидания.